Всем привет! Вы на канале MindExport. В этом видеоролике расскажу, что произошло с муравьями вида Harpignatus sectator спустя 4 месяца после того, как я получил посылку с этими муравьями. Изначально в колонии было 8 муравьев, матка и 7 рабочих особей. По какой-то непонятной мне причине матка погибла спустя 2 дня. В колонии осталось 7 рабочих. Но для этого вида это еще не значит смерть колоний, ведь рабочие у этих муравьев могут стать гомергатами, то есть оплодотворенными рабочими, которые будут откладывать оплодотворенные яйца, из которых, что логично, будут появляться такие же рабочие или же матки. При съемке этого видео пришлось включить свет и направить его на формикарий. Муравьям это крайне не понравилось, поэтому они стали закладывать вход в гнездо субстратом. Но, к сожалению, эти муравьи неправильно ухаживали за расплодом и вскрывали коконы раньше времени. То есть, когда муравей внутри кокона еще не был готов к выходу, рабочие уже вскрывали кокон, и куколка муравья умирала. Только примерно 2 недели назад появился первый рабочий. Муравьи вскрыли кокон вовремя, рабочий выжил и родился. Это, к сожалению, я не заснял. Рабочий отличался от старых рабочих окрасом, он был светлее, но уже спустя примерно пару дней он потемнел и стал такого же цвета, как и остальные, поэтому сейчас отличить его, наверное, невозможно. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPoint.